Джуди Джеймс рассказала, куда делся задорный рыжебородый мальчишка. Не секрет, что до того, как принц Гарри остепенился, рыжебородый любимчик публики, появляясь перед камерами, сиял беззаботной улыбкой. Однако после того, как стало известно, что он станет отцом, с его лица не сходит напряженное выражение. Эксперт по телу Джуди Джеймс объяснила происшедшие в герцоге Сассекском перемены. Она отметила, что эти изменения характерны для всех будущих отцов. Язык тела принца четко свидетельствует об испытываемом им чувстве тревоги. Особенно это заметно, когда он находится рядом с Меган Маркл, его выдают руки, которые он сжимает, а также нахмуренные брови. Больше по теме принца Гарри подловили за рассматриванием живота Меган Маркл в сеть попал кадр, на котором герцог Сассекский с нежностью смотрит на свою жену. У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражение лица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением его статуса, он стал мужем и готовится стать отцом, пояснила специалист. В то время как беременная Меган светится неприкрытой радостью и гордостью, Гарри меж тем выказывает все признаки тревоги и желания защитить свою супругу, хотя на публике она не дает никакого повода, что вокруг нее надо суетиться. Джуди также отметила, что язык тела Гарри свидетельствует о том, что он взял на себя функции телохранителя Меган. Что же, в этом нет ничего неудивительного, если принять во внимание активную общественную жизнь, которую ведут герцог и герцогиня Сассекские, пишет Cosmopolitan.